Добрый день, Полтава. Здравствуй, Украина. С вами я, Александр Демидович. Часа полтора-два тому назад в Фейсбуке был дан клич «А из тубуси нечего кушать». Ну вот, я несу помощь. Бычки. Ну, будем надеяться, что мы пришли в тему. Сейчас посмотрим все вместе. Ну, сейчас мы побачим Буську. Потому что мы сегодня в самом ранце взяли его поливал. Будь ласка, дивіться. Ой, какой. Угу. Можете забрать. Куди? На 9-й этаж. Ну, пошли. Буська, кушай. Ще не приголодався. Ні, я Буська почала їсти. Сейчас мы размерзнемся, потому что... Ну, на здоровье, Буся. Спасибо, только ей треба не мороженых таких, а свежих карасок.